Не больше 2 упаковок безрецептурных лекарств в одни руки и антибиотики строго по рецепту врача. Так будут решать проблему с дефицитом актуальных медикаментов в столице. В Акимате сообщили, что для бесперебойной поставки препаратов подписали меморандум с фармацевтической ассоциацией. Напомню, ажиотаж в аптеках начался несколько дней назад. Люди массово стали скупать парацетамол, противовирусные препараты и градусники. Во многих аптеках лекарства уже исчезли. В департаменте комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг сложившийся фармацевтический коллапс объяснили тем, что в связи с тяжелой эпидситуацией фармкомпании не успевают поставлять лекарства и посоветовали людям не заниматься самолечением. Подбор нашел все оптовые организации, филиалы, основные головные офисы находятся в крупных городах, города Караганда, Шымкент и Алматы. Среди размножением коронавирусной инфекции они обеспечивают свои розничные аптечные сети. А для Нур-Султана они вот привозят товар немножко опозданием.